Программа социальной газификации теперь будет распространена и на дома в садовых некоммерческих товариществах. Ранее бесплатно газ подводили только до границ СМТ. Для того, чтобы проложить трубу к земельному участку, дачникам приходилось платить деньги. По новым стандартам газопровод будут проводить до границ участка без привлечения средств жителей. Далее необходимо заключить комплексный договор и оплатить услуги только внутри участка, включая оборудование. К этой программе относятся садовые некоммерческие товарищества, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Также домовладение должно быть зарегистрировано. Кроме того, до 1 августа необходимо провести общее собрание жителей СМТ и договориться об участии в программе социальной газификации.